признать действия Российской империи в конце 19-го, начале 20-го веков геноцидом черкесского народа. С такой просьбой к парламенту Грузии обратились участники конференции «Черкесы и народы Северного Кавказа между прошлым и будущим». Форум проходил в Тбилиси в минувшие выходные. В мероприятии приняли участие делегаты из Германии, Франции и Норвегии. Авторы обращения требуют объявить 21 мая днем геноцида черкесов. Они также выступают против Сочинской Олимпиады. Именно здесь, в мае 1864 года, русские войска отмечали конец войны с черкесами, а Олимпийская деревня строится в местах массовых захоронений жертв войны. С аналогичным призывом к парламенту Грузии обратились и представители чеченского народа. Историческая действительность говорит о том, что на протяжении двух веков в отношении северокавказского народа проводился геноцид. И мы считаем, что давным-давно пора уже этого признать. В России это не модно, в России это не принято, в России стесняются этого слова, боятся этого слова, ненавидят этого слова. Мы хотим, чтобы это слово стало для них привычным, потому что для нас это стало действительностью.